Всем привет! Сегодня передо мной вот такой вот деревянный ящик, и в нем лежит, и в нем находился вот такой прикольный усилок, да? Я сегодня расскажу вам про него, И сегодня у нас на обзоре усилитель Ural 2. Ну вот возникает бешеное желание скоммутировать один динамик в 4 Ома и померить мост. Но вот эти динамики, я все-таки не уверен, что они будут жить. Нам вот сейчас как раз в клиентскую машину нужно 2 поставить и отдать, она вечером должна уехать. Просто положить динамик, ну, ни малейшего желания нет. Смог сжечь динамик или нет? Да. Да я знаю, что ты ответишь да. Усилитель имеет вот такой вот броский вид. Яркий такой насыщенный красный цвет, больше не красный, больше кирпичный. Помните, форды вот такого цвета были. Передняя часть, она абсолютно плоская. Усилитель имеет относительно небольшую высоту, что очень удобно бывает в каких-то местах, там установка фальшпанели, либо фальшпол куда-то. Очень мощные ребра жесткости с левой и с правой стороны. И дополнительно еще стоят вентиляторы, ну, или кулер охлаждения. Силовые терминалы рассчитаны под кабель 0 гейдж, как написали как-то в комментариях, вы, говорит, не американцы, говорите по-русски, то есть 50 квадратов, нашими словами 50 квадратов. И акустический терминал для проводов принимает кабель до 8 гейдж. Судя из названия, усилитель у нас двухканальный, по 1200 Вт, с заявкой в производитель в 1 Ом на канал. В 4 Ома усилитель отдает 600 Вт, в 2 Ома отдает 900 Вт, и в 1 Ом отдает 1200 Вт. Кроме всего прочего, этот усилитель может работать в мостовом подключении, то есть 2 канала суммируются, отдают мощность в монорежиме, и заявка производителя 1800 Вт, нагрузку 4 Ом. Это очень высокие показатели, и мы их обязательно проверим в деле. Кроме презентабельной такой деревянной коробки, усилитель оснащен дистанционным регулятором баса. Кстати, вот как вот у красивых девушек, да, если туфли красные, то и стринги должны быть красные. На обратной стороне расположились сердца разъема и регуляторы для настройки усилителя. Нужно отметить, что фильтры этого усилителя очень развиты и усиливают сигнал во всем диапазоне частот. То есть его можно использовать как на сабвуфер, либо 2 сабвуфера, так и на мощный фронт. Я обязательно потом поставлю его в свою машину, отслушаю, как он играет, сниму какие-то показатели мощности, обязательно расскажу вам об этом. Но сегодня мы давайте перейдем к нам в установочный центр, соберем небольшую силовую установку и замерим мощность, которую отдает этот усилитель. Да, ну и так, ребят, много красивых и сказочных слов было сказано про этот усилитель. Давайте не будем долго тянуть кота за яйца, не будем долго катать вату, перейдем непосредственно к замерам. Каждый канал усилителя я нагружаю сабвуферным динамиком Ural Armada. Динамик имеет сдвоенную звуковую катушку. Катушки подключены в параллель, и общая нагрузка получается 1 Ом. А вот 1 и 1 Ома. Давай мелом вот так вот обведем всю нашу вот эту территорию, чтобы ни один дьявол сюда не заполз, бля, и чтобы у нас все было здесь четко. У меня все готово для замеров мощности. Измерительное оборудование я использую токовые клещи из Espilab. Снимать мы будем с 2 ракурсов, чтобы не было недоразумений. Один объектив будет все время сфокусирован на мониторе ноутбука, ну а второй мы будем как-то живо обыгрывать. Синус 50 Гц я подаю с головного устройства на усилитель. Программа Espilab фиксирует все показатели: мощность, вольтаж, частота, рост сопротивления и многие-многие. И вот здесь вот синусоида, да, по которым можем определить, грязный это сигнал, либо чистый. Рост сопротивления, да, 1,7 Ома. Ну вот чистая мощность 671 Вт. Так, сейчас я делаю то же самое, только мы клещи повесили на другой канал. Короче, не решился я замерить мост и сжечь динамик. А давайте померяем каждый канал в шишку. И сожжем динамик. Ваня, ты опять все как прохиндей, все сжечь, лишь бы с саками повоняло, да, динамик? Нет, сжечь мы не будем. В шишку начинаем мерить. Погнали? Так, что у нас? Да надо сразу тогда, да? Крути. А что программа-то? Как спустите. Ага. — 779 я сам максимально видел. — Видео показывает. — Ты рад, Вань, что я их не сжег? Нет, я расстроен. Ну, такой обзор у нас получился с конкретными цифрами, без лишней технической информации, без лишних там физических терминов. Цифры, я считаю, достойные. Усилитель показывает стабильный результат. 600 Вт на канал с ростом импеданса – это хорошо, это чистая мощность, это та, от которой динамики не сгорят и не выйдут раньше времени из строя. Этот усилитель я поставлю в автомобиль, и в следующем обзоре, вы, кстати, просили его, обзор мини-бразильской стены родом из Арзамаса. Усилитель Урал я подключу на 12 динамиков в канал. Динамики скоммутированы будут в 1,33 Ома, и в следующем обзоре вы уже это увидите. Не забывайте подписываться на наши соцсети. Всем пока, двигайтесь с музыкой. Как у красивой девушки. А ты зачем перешел? А ты зачем перешел? Ты усилитель!